Это история про маленьких-маленьких котят. Смотрите, какой лапочка. А вот и они. Эй, кто там у нас в коробке? Вылази скорее. Какой пушистый. Только посмотрите на него. А чьи-то пушистые лапки там вылазят. Скорее выходи уже к нам. Вот такие два маленьких-маленьких милых котенка. Ой, кто-то из них даже упал. Они совсем голодны. Нужно их накормить. Ой, кажется, не наелся, какой голодный. Прошло совсем немного времени, и наши котики выросли. А вот и они, встречайте, теперь они уже совсем большие. Том и его двоюродный брат, тоже, кстати, котик Том. Смотрите, какие они прикольные и большие. Так, а ну давайте-ка позавтракаем, котики. Что тут у нас вкусного? Кстати, вы заметили? У нашего Тома живет даже вот такой пушистик Сквик. Так, давайте-ка покормим наших пушистиков. Ух ты, какие страшные печеньки у котика Тома. А вот его брат съел вкусный-вкусный виноград. А если мы Сквика накормим виноградом, что будет? Ух ты, давай скорее завтракать. О, вот это еда. Специальная волшебная еда для котиков. Вкусный желейный тортик. А тут что? Фу, вонючий чеснок, он его съест? Фу, какая гадость! Вы бы съели чеснок? Я бы нет. Жуть. Бедный-бедный Том. А ну дадим-ка Сквику еще немножко чеснока. Фу, какая гадость. Так, а что тут у тебя еще есть? У тебя еще есть вкусная пицца и клубничка. Я думаю, Сквику клубничка понравилась больше. Вкусные-вкусные ягоды и полезные. Ух ты! А это что такое? Том супергерой. Том, ты цел? Давайте посмотрим, какая еда есть у наших котиков. Смотрите. А вот такая еда у Тома, и у Тома два. Вот такая еда. Какие вкусные пироженки. Волшебный виноград. Желейный огромный торт. Вонючий чеснок. И что тут еще? Ага, мои любимые пирожные смайлы. А если купить что-нибудь на этой лавке, то кот может стать малышом снова. Или стать большим котом. Это зелье максимум и зелье голода. Зелье энергии и, конечно же, фрукты. А вот это вот пиперчик. Ого, какая волшебная полочка у старого котика Тома. Смотрите, на ней волшебная ледяная чаша. А баночка с бобами. Сейчас Том попробует бобы. Вот так. Кажется, наши пушистики уже совсем не голодны. Ну вот, по-моему, их нужно искупать. Том, ты наелся уже? Ты тоже скушал острый перец? О-о! Том похож на дракона. Ладно уже, Том, пойдем скорее покажешь свою ванну. Вот этого котика Тома мы можем купать в ванной. Вот такая у нас интересная ванна тут есть. И Сквик тоже с нами плавает. У нас есть разное мыло, даже вот такое с ракетой. Смотрите, какие прикольные пузырики, правда? Здорово! Сейчас Сквика искупаем. Ой, только он на нас все время крадет все мыло. Ух ты, и выпустил маленькую ракету. Есть вот такое мыло с бабочками. Оно голубого цвета. А есть вот такое сиреневое красивое мыло. А вот такая прикольная ванна у котика Тома во второй части. А в какую часть говорящего Тома играете вы? Напишите об этом в комментариях. Да, друзья, и сегодня вас ждет целая гора приветов от канала Ушастый Кит. Хочешь тоже получить привет на нашем канале? Тогда обязательно подписывайся и в комментариях напиши свое имя и фамилию. Том, ты уже повеселее. А пойдем-ка к тебе в спальню. Что тут у тебя есть из одежды? Вау, костюм супергероя. У нас суперкот Том. Кстати, у нас, по-моему, был еще какой-то специальный головной убор для супергероя. Прическа феи, все не то. Вау, вот такой Том супергерой. А его брат тем временем решил подготовить свой дом, ну, скажем так, к Новому году немножко и заодно поменять мебель. Пока вот он все сделал в спортивном стиле. Елку пока еще не поставил. Так, а ну. А что тут у нас есть? Том, да мы же с тобой забыли отправиться в путешествие. Смотрите, у Тома 2 есть много-много пушистиков. Это Флип, Плюк. Бип, мы еще не успели их купить. Шугар, Сквик. А давайте купим Флипа.
Ну вот, теперь у нас новый пушистик в помощниках. Полетели. Второй том умеет летать. Он отправляется в путешествие за призами. У нас есть несколько локаций. Остров, волшебная страна, большой город и сладкая страна. В этот раз мы заглянули в сладкий мир. И оттуда привезли вот такую коробочку, похожую на печенье. Откроем ее. Ой, у нас там попались дубликаты. Кстати, самолет Тому мы можем выбрать любой. В этот раз мы заглянем в город и посмотрим, какой подарок нас ждет в городе. Что в этой коробке? Еда, монетки и блестящая плитка. Ага, мы можем ее сделать вот тут. Немножко обновим нашу террасу. Кстати, а здесь что у нас есть? Милый дом, уютная бунгало, пляжная хижина, тайный коттедж. Отлично. А какой коврик мы можем выбрать? Дизайнерский ковер, ковер-печенька или вот такой уютный зеленый ковер. Ну вот, немножко обновили для нашего второго дома. Дом. Смотрите, второй дом, у него есть целый сундук с всякими прикольными вещицами. Он может качаться на качелях. Ой, а наш первый котик Том, самый старый, вот у него есть такая прикольная еда, вкусные бобы. Ой, Том, ты лучше их не кушай больше. Угу, договорились? Давайте-ка Тому сделаем новую кухню. Так здорово делать ремонт у котиков, тем более у второго Тома мы уже все открыли. У первого Тома здесь можно поиграть даже в баскетбол. Вот только я совсем не могу попасть. Том, не получилось забить ни одного гола. Можно попрыгать на батуте вместе со вторым говорящим котиком Томом. Смотрите, сейчас он прыгнет еще сильнее. Ух ты, даже лежа умеет. Одной ногой. Супергерой. Том, тим. Вот так, даже немножечко упал. А здесь мы можем немножко побоксировать. Давай, давай. Давай еще. Вот так. Давай, 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 давай. Скорее. Бей, бей, бей. Подожди. Вот так. Вот так. Отлично. В цель. О, нет. Груша сбила нашего котика Тома. Качели самые классные, наверное. Правда? Так, что там? Наш второй котик Том решил обновить и ванную комнату. Сейчас мы тут тоже все заменим и поставим новую мебель. Так здорово будет. Так. А с Томом вторым мы пока заглянем на кухню и тоже сделаем здесь небольшой ремонт. У нас здесь есть вот такой столик бисквит, круглый, столик бабочка, это мы еще не купили, розовый столик, грибы, вот такой. А давайте сделаем бисквитный стол. Так, у нас есть вот такая кухня, буфет из печенья, какая красота. Нам нужно побольше полетать, чтобы мы могли купить буфет из печенья. Можем сделать вот такую кухню и даже поменять холодильник. Холодильник все. Или, например, поставить волшебный холодильник. Так, а какой у нас будет пол? Кафельный пол. О, можем купить вот такой пол. Нам как раз хватает монет. Ой, классическая кухня. Мы открыли полный набор. За это Том получил несколько дополнительных наборов. А наш первый котик Том уже завершил обновление своего дома. Так, смотрите, у нас получилась сказочная кухня для суперкота Тома. Кстати, мы можем выбрать ему и другой костюм. Например, он может быть пожарным или шоколадным зайчиком. Мой любимый леденцовый комбинезон. Смотрите, а вместо рога у нас вафельный стаканчик. Есть вот такой конфетный костюм, наряд капитана. Или можем одеть коту Тому спортивный костюм. Ой, только для него нам нужно еще заработать немножко монеток. Можем одеть ему купальный костюм. Ух ты! Сколько же всего прикольного! Да, нам нужно побольше полетать. Вот тебе кепка, Том. И круглые очки. Теперь Том может отправиться в таком наряде на пляж. Кстати, этот котик Том у нас умеет немножечко летать. Смотрите, опа! Ой, я его уронила. Ладно, Том, ты цел? Что мы можем тут у тебя поменять в спальне? Вот такая у нас есть интересная мебель. Поставим бамбуковый шкаф и выберем цветочную кровать. Коврик-леденец или коврик в клеточку. Коврик-ракушка. Постелим-ка мы коврик-книгу. Выберем вот такой пол и посмотрим, что тут мы можем
выбрать на стены. Вот такая спальня. Леденцовая, очень красивая. Так, вот это выберем. Отлично. И спальню для котика Тома мы тоже обновили. Смотрите, какая прикольная спальня у него. Эй, Фли! Ой, Том уже начал сниться сон про кошечку Анжелу. Ладно, друзья, самое время немножко поиграть. Наши котики решили поиграть в мини-игры, а потом вас ждет целая гора приветов. Так, поиграем-ка мы в игру. Что тут у нас есть? Супершарики, мои любимые. Так, надуваем огромные шары, а Том у нас забирается вверх. Ой-ой, мы потеряли жизнь со вторым Томом. Так, уровень против. Раунд второй, и давайте надувать шары. Такие огромные шары мы надули. Отлично. Шарики улетели. Переходим в следующий уровень. Ух ты, какой огромный получился шар у нас. Так, надо аккуратненько, чтобы пчелки его не лопнули. Ой, еще одну жизнь потеряла. Так, осталось надуть всего лишь маленький шарик. О, нет. Так, 10 монеток, спасаемся. И вот, ура, наконец-то прошли этот уровень. Так. Том решил покатать кошечку Анжелу на машине. Так, надуваем еще большой шар. Ого, он нас лопнул, мы его передули. А этот кто взорвал? Так, почти готово. И... ура! Еще один уровень пройден. Смотрите, сколько много шариков мы с вами надули. Так, я думаю, самое время для приветиков, а то уже, наверное, заждались. Аня Ларина сегодня получает самый первый, самый пушистый привет. Даша Большакова и Даша Масалова ловят огромный привет. Привет летит для Оли Безверхней, Дарьи Леневой, Сережи Позыничу большой приветик, а также Ксении Шарипа. Ангелина Цирук получает привет. Артем Денисов ловит большой приветик, а также Танюша Федорова и Таня Хилобок. А Ксюшенька Федорец получает большой привет. Кира Ткаченко, Зоя Перепелишкина, Лиза Нестеренко, Влада Кучеренко ловят пушистый-пушистый привет. Серафима, а также Мария Мацкив, Даша Лихобицкая получает привет. Марго и Кристиночка также ловят большой-большой приветик от нашего канала. Привет получает Вика Головко. А Настюша и Коля Малыхины ловят пушистый привет от Тома, Ева Ковалова, Вика Гостева, Лиза Ангелочек и Ариана Лисненко. Большой-большой вам всем приветик, друзья! Ой, смотри, наш второй Том уже улегся в кровать. И ты тоже поскорее залази. Друзья, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте ваш лайк и подписывайтесь на канал Ушасти Kids. Смотрите новые серии на нашем канале каждый день самыми первыми. Ну, а котики заснули. На этом все. Пока-пока. До новых встреч, друзья.